Ребята, всем привет. В общем, это очередное видео. Прибыли в место назначения. Нас, в общем, вот этот молодой человек. Сейчас Полина познакомится. Он по-английски плохо разговаривает. Полина у нас будет переводчиком. В общем, вот этот молодой человек нас приглашал на какое-то очень грандиозное мероприятие, которое здесь находится. Кстати, мы находимся сейчас в Пати Пир. И выставочный комплекс совсем рядом. Буквально там еще километрик проехать, и будет выставочный комплекс. В общем, он написал, мы находились в это время в России. Говорит, приезжайте, говорит, светодиодное какое-то шоу. Он мне ссылку скинул, там такие картинки прям шикарные, прям в каком-то фантастическом месте находишься. Обязательно, говорю, посетим, говорю, как только приедем в Китай. Поэтому вот мы в Китае, все. Сейчас я не знаю, куда он нас ведет. Ты, Татьяна Анатольевна, что здесь это самое вот это тусовочное место в Гуанчжоу. Пати Пир называется. Здесь алкоголь, наркотики. О, все, мы идем на шоу. Сначала кушать или смотреть? Мне кажется, сначала смотреть. Да, пойдем смотреть. Нам сказали положить наши сумочки. Вот, это очень важно. Здесь, смотрите, прям очень много этих кабиночек. Вот, и нас отправили прям целенаправленно положить свои вещи. Сейчас мы это сделаем, и потом только можно будет заходить. Дошел тебе? А? Вошел. 100多块钱. Ибайдо. Больше 100. Так, ну я понимаю, Кать. Короче, даже воду с собой нельзя. Смотрите, все, кто пришел с водой, они просто здесь оставили воду. В общем, молодой человек нас пригласил бесплатно, скажу вам. Так что... Классно? Yes. Так, в общем, прошли небольшой такой темный коридор. Здесь такие плотные шторы. И должно быть типа вау. Здесь, короче, такое звуковое сопровождение. Такое типа в каком-то волшебном лесу оказался. За счет зеркал, кажется, комната еще больше. В общем, все фотографируются. Все вон типа что-то там медитируют, короче. Слушай, прям даже непонятно, куда идти за счет этих зеркал, непонятно. Ну, короче, все что-то фотографируются на самом деле. Ну да, мы сейчас лучше сядем. Где Вероника? Вон она идет. А вы ощущаете, кроме звука и визуально, запах какой-то присутствует? Да. Короче, здесь еще чем-то брызгают. Фоточки делаем, фоточки, ребята, в инстаграмчик заливаем все. Не забываем подписываться на инстаграмчик. Слушайте, так классно сделано. Так, ходит, поправляет все. Вот сюда выходишь, и за счет вот... За счет вот этих зеркал... За счет этих зеркал, кажется, как будто комната просто громадная. Как будто вышел в какое-то поле, да? Есть такое? Он, короче, говорит, одна минута, вот находясь здесь, и меняется постоянно. Вот сейчас цветочки были, а сейчас какие-то птички летают, да, видите? Да, да. Через каждую минуту меняется, меняется, меняется. Вон где она! А, и они еще реагируют, смотри. Как будто бы он сейчас взмахнул, они типа... Не, ты думаешь? Но он сделал это, а сейчас ничего не получается. О, мам, фоткаемся, мам! О, сейчас классно. Аж как-то мурашки прям по телу, как будто бы прям в каком-то поле находишься. Запах какой-то присутствует, какой-то ветерок, что ли, по полу идет, нет, или не кажется? Так, в общем, показывает нам технические стороны. Отклеивается, и здесь она вот прям... Достается. Раз. И упаковали. Ника, вылазь давай. Ладно, выключаем свет, потому что здесь фотографируются, мы мешаем. Ай, стекло все грязное. В общем, мы поднялись чуть выше, и мы видим вот эту комнату, как все там ходят. Вот, фотографируются. В общем, вид сверху. Так, зовет, идем. Ну, подожди, пойдем. Вот там что-то там еще сидят, что-то делают там. Пойдем, пойдем, все потихонечку, постепенно. Он нас зовет, идем за ним. А, здесь игровая комната, короче. Здесь можно что-то, наверное, делать, наверное. Да, да, да. В общем, он распознает, получается, проектор тарелочку, да? И в тарелочке прям оказывается еда. Поливает. А это как можно делать? А, ну, это типа от меня уходит, да?
посадил здесь яблочки. А, вот, смотри, надо тучку сюда. Тушить пожар. Да? Смотри, тучку надо сюда, пожар тушить. Не получается у меня почему-то. О! С тарелочкой, здесь все понятно. Тарелку убрал, все, еда пропала. Тарелку поставил, раз, сразу еда появилась. Вот здесь понятно. Электронный вариант можно пониже, потому что корова не может пройти. Здесь, смотрите, в общем, мне, как я понял, здесь такой кружок очумелой ручки назовем. В общем, здесь своими руками можно спроецировать свое личное вот это вот нарисованное животное, которое, вот смотрите, вот он решил вот таким образом нарисовать крокодила. И, собственно, вот мы можем наблюдать крокодила похожего. Но как он появляется здесь, я еще пока не понял. Так, вот здесь, в общем, все сидят и рисуют. В общем, он ящерицу можно нарисовать. Вон, смотрите, какую птицу красивую нарисовал. Вау, красиво нарисовал. Да, старался. Где эта птица? Раздавили ее. Понял, здесь комната, в общем, можно построить всего-то дом, поставить вот как нравится, там еще что-то, и она, в общем, будет проецироваться вон на том экранчике. И здесь, в общем, смотрите, такая горочка, смотрите, смотрите, как колбасится. Ребят, сейчас я буду кататься. Толкается как-то вообще прям. Они меняют цвет. Смотрите, какие они классные, вообще такие объемные. Прям самое классное, мне понравилось. Это, кстати, зеркало. С этой стороны можно наблюдать, с той стороны не видно. Идем в следующую локацию. Слушайте, ну со всеми почестями, понимаете? Смотрите, вот в эту комнату с шарами очередь. Посмотрите. Чтобы не скучно было, вообще можно постоять, посмотреть вот на такое вот панно красивое. Так, ребят, идем в новую локацию. Тут что-то позируют, мы мешаем, наверное. Вот здесь типа ничего не происходит. Сейчас мы что-нибудь типа соединим. Не знаю, там. Вот это. Не знаю. Это. И вот какие-то типа цветочки или что. Фото, да. Говорит, вот. В этот момент надо фотографироваться. Классно получается. Расслабляется.
В общем, ребята вышли. Вообще место просто офигенное. Потрясающе. Сейчас мы спросим детей, что им, какая больше комната понравилась. Мне больше всего понравилась вот эта комната. Вот эта вот с этими такими цветочками. Понравилась комната, короче, с шарами, с этими. Короче, классно вообще. Вот этот парнишка, конечно, нас прям покружил, прям, да? Он нас так провел, все так классненько сделал. Да, вещи забирай. Вот. И так, тебе какая комната понравилась в итоге? Мне все понравилось. Все понравилось? Так, не шоутха. Синьтяо. Я не знаю, что он говорит, давай. И спрашивай, что он говорит. Так, что-то какой-то ваучер взял. Непонятно. Так, Татьяна Анатольевна, вам какая понравилась комната? Прям по-любому же есть, да? Мне понравилось, где цветы, дождь, шары. Цветочная такая релакс-комната. А мне с шарами больше всего. Мне еще, кстати, иероглифы понравились. Там соединяешь, да, там такая, какое-то такое спокойствие какое-то, да, есть. Да, да, да. Вот а потом их соединишь, и там... Так, в общем, он рекомендует какое-то кафе. Вот, в общем, вот такое вот кафе рядом находится. Совершенно прямо вот там нас, в общем, собственно, кружили. Сейчас пришли вот в это заведение. Он говорит, здесь классно. Взял какой-то ваучер, наверное, по этому ваучеру можно получить скидку, скорее всего. Ну, здесь прям такой ринг. Ну, наверное, тут бьются даже, наверное. Классно. Короче, поднялись на второй этаж, и здесь открывается вид на вот этот ринг. Он говорит, сегодня будут драться. Ты хочешь посмотреть, как драться будут, мужички? Да. Серьезно? Они там будут биться вот так вот. Хочу. Ну ты даешь. Ты, ну, он нам даже по меню даже порекомендовал. В общем, мы опять спустились на первый этаж. На втором там не видно будет, а буквально через 5 минут, 8 часов начнется битва. Дети хотят увидеть, короче, битву. Я не знаю, если, конечно, жестко будет, то надо будет сваливать. Вот. И сейчас по меню, в общем, что-то он порекомендовал. Дал нам ваучер со скидкой на 50 юаней. И рекомендуют всякие вот такие вот блюда. Почифаем. Большое ему сесе, скажем, не знаю, там вообще классно. У нас, конечно, покружил сегодня. Сесе. Бай-бай. А мы увидимся. Выйдем, спроси, Коль. Скажи, мы выйдем и потом пообщаемся. Мы поедим и выйдем там, спасибо там, или что? Просто неудобно как-то сели, и спасибо, сидя как-то, ну ладно, потом встанем, да подойдем. Мы почиваним и потом выйдем, скажи. Интересно, нет? Пока так себе, но пока не затираются. Плохо дерутся, да, еще пока? Ну, я хочу вам сказать, детей очень много. Там дети, вон дети. Дети, конечно, смотрят так, Вероника вот так смотрит. Как-то более как-то, а так типа, блин, они ж дерутся. Я смотрю, вы по пивку взяли, да? Как пиво местное? А мы с тобой пили это пиво. А это местное? Вот это... Да, да. А, классно. Ой, это вам нравится, нет? Да. Классно? Да, вот сейчас прямо начали. Кто побеждает? Первое, да, подоспела, салатик.
такой странный, с клубничкой, главное дело. Ложечку. Ребят, трапезничаем, дальше ждем там основные блюда, покажем, естественно, все. Салатик клевый, 48 юаней, такая большая тарелка, прям вот на всех хватает. Как пицца! Смотрите, нам какую грибную пиццу принесли. Музыка играет громко, о чем я говорю. Смотрите, какую нам красоту принесли. Набор сосисок. Как ты думаешь, сладкий, нет? Колбасы просто офигенные. Вот так макаем в майонез. Как вам наборчик мясной такой, да? Мне понравились вот эти сосиски с сыром. Музыка играет, все, выключаем камеру. Показываю, где живет, я понял? Да, далековато. Я поняла, что он родом из оттуда, а живет здесь. Живет здесь, работает здесь. Да. В общем, говорим нашему Ван Линдзя Сесе. Сесе. Девчонки, скажи что-нибудь, а по китайски? Скажи, нам очень понравилось. Понравилось, все классно. Ему большое спасибо. Сколько раз? Мама, папа, Окей, сеси. Бай-бай. Увидимся. See you. Пока-пока. Пока-пока. Короче, классно. Блин, имя сложное на самом деле. Как там еще? Там как-то там... Как-то. Да, капец. Мне больше всего понравилась вот эта локация. Завершение дня вообще классно было. Да, она прям такая объемная какая-то, классная. Там прохладно. Как вам сегодняшний вечер? Классно? Кто не хотел идти на выставку красивую? Ну, скажи, я не хотел. Я не хотела. Классно провели. Вечер. Да вообще весь день. Записали кучу материала, просто одна, вторая локация, классно было. Что для взрослых, что для детей, классно было. Я не знаю, но они закрываются скоро, они 7 октября закрываются, поэтому я не знаю, стоит ли вообще локацию оставлять. Ну, мы, наверное, что-то оставим, наверное, да, какую-то локацию данного места, потому что, я так понял, это все дело привозное. Потом они приехали, они все поставили. Городах. Да, 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 они с таким типа турне, короче, делают. Ну, классная штука. Обязательно с ним встретимся еще. Наверное, с собой возьмем Виктора, потому что он говорит, я, говорит, до Нового года буду здесь, в Гуанчжоу. Мы с ним встретимся. Виктор будет переводчик, потому что через детей как-то переводить. Он сидит, говорит, вот классное место, вот классное кафе. Я здесь уже, он пиво там напил, вот это пузо себе, здесь классное вкусное пиво и так далее. Ну, короче, там как драка, там вот это все. Прям, ну, мы, в принципе, можем через камеру даже с ним пообщаться. Да, да, да. Потому да, что да. Мы сделаем субтитры и это положим все дело на китайский канал наш. Да. Ну все, давайте, ребята, подписывайтесь, если что не сделали. И пока. 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 Пока.